На Северном флоте началась контрольная проверка по физической подготовке военнослужащих комиссии Главного командования военно-морского флота. Проверяются такие качества, как быстрота, выносливость, сила, ловкость, а также военно-прикладные навыки. В каждой возрастной категории свои нормативы. В зависимости от выбора, военные сдают бег или плавание, как на короткие, так и на длинные дистанции. Также среди испытаний – подтягивание на перекладине, подъем с переворотом, выход на обе руки, отжимание на брусьях, жим штанги от груди лежа, рывок гири и другие. Военнослужащий также может предъявить комиссии владение военно-прикладными навыками, общий комплекс приемов рукопашного боя с оружием и без оружия, ныряние в длину. Проверка продлится в течение нескольких дней.